Меня зовут Гюнтай Эльмют. Здравствуйте, уважаемые земляки. Продолжаем цикл наших передач «Разговоры о политике». Сегодня у нас в гостях Цэрен Басангов или Цэрек Юрген. И. Или Цэрек Юрген. Ну давай, Цэрен, почему Мендит. Ты Кюрген? Кюрген? Очень многие спрашивают, почему Цэрен себе выбрал такой псевдоним? Кюрген. Я об этом писал много, говорил. Ну, в общем, началось это с форума калмыкии.ру. Помнишь, такой сайт был? Там у меня был ник Кюрген. Почему именно Кюрген? Это, можно сказать, в ответ тому мнению, когда говорят, что мы потомки Чингисхана. Вот. Мы при Чингисхане айратов называли кюргены. Пришедший. Потому что он... Не, потому что он свою дочку выдал замуж за айрата, внучку выдал замуж за айрата. И многие чингизиды, они вот, породнились с айратами именно таким образом, то есть заключили династийные браки. Ну, везде во всем мире принято, в Европе так, что стараются заключать браки, чтобы, как сказать, повысить свой статус, да, в степи. То есть вот. Из-за этого ты кюрген? Да, и этим я подчеркиваю, что айраты, они старше, чем монголы, согласно сокровенному сказанию монголов. Вот, поэтому кюрген. Я никогда не слышал, представляешь, я не читал даже. Да? Вот почитай сокровенное сказание. Нет, твою версию вот о том, что почему ты кюрген, я даже не знаю, ты мне не рассказывал. Когда спрашивают, говорю. Давай перейдем, да, у нас тема же о политике, мы разговариваем. Я здесь, зато я сюда пришел поддержать ну, ваше мнение и свое мнение против назначения Решетникова. Ну пускай Решетников, пойдет. Без разницы. Пойдет. Я хочу к вам всем обратиться, особенно молодые. Я также и против оппозиции, которая годами нам одно и то же говорит. Вот сейчас человек сказал, что избрание было незаконным. То есть он, те, кто проголосовали за Бату, я не голосовал. Но я знаю людей, которые голосовали. Он их голос обезличил. Он их не считает, получается, правомерными. Он только себя считает правильным. Вот, поэтому сейчас будут лозунги там против Бату, против Путина, против всего. Забудьте, здесь одна цель сейчас у нас. Бить надо в одну точку. Мы против трапезников, и все. Нам нужен мэр такой, и все. Правильно! Тут у меня, друзья, есть кто-то против Бату, кто-то за Бату. Это без разницы сейчас. Главное сейчас голосовать против трапезников, и все. Одна точка, бейте в одну точку, и все. Ну ничего страшного, надо и по другим. Ты в движение присоединился, ты выступил на пагоде 7 дней, угу. Когда был сход, да, на молебне. На молебне. Твое выступление носило такой характер. Не нужно трогать Батухасикова, не нужно там трогать Цангаджи Тарбаева, мне никого не нужно. Нам нужен трапезников. Вот так вот. Когда там другие выступали и говорили, что та же Бадмак Тюбейн выступала, говорила, почему Бату его поставил, зачем он так делает. Угу. Ты категорично отрезал все свое выступление, ну, свои мнения. Угу. Ты сказал, бьем только в трапезникова. Но потом твое мнение изменилось. И твое мнение изменилось, mm-hmm. опять же, по твоим эфирам, по твоим рассказам, только тогда, только после того, когда Бату Хасиков стал с тобой стердаун, да, там, на 4 ноября, вы там глазами начали друг на друга смотреть, и после этого мнение твое изменилось. Некоторые люди могут сделать, делают вывод о том, что вот когда Цэрик коснулся, тогда он перестал. Вот он начал, грубо говоря. А до этого все ровно. А до этого было все ровно, потому что он не уверил там или как-то. Угу. Твой комментарий по этому поводу. Ну, мое мнение не изменилось. А у меня на самом деле, как сказать, сформированная позиция всегда была и есть. Но это не значит, что я должен о ней всегда говорить. Если так брать по большому счету, ну, все люди, да, все граждане России. Там все, кто смотрит, они не дураки, они видят, где, там, где черное, где белое, да, от чего вред, от чего польза. И
можно говорить, да, жаловаться на все, то есть на, жаловаться на политику центральную, да, получается, ну, там, Единой России, там, на Путина, и так далее, да, на республиканскую власть. То есть, ну, мы знаем, у нас положение Калмыкии всегда на последних местах в современной истории России, то есть 90-х годов. То есть это все известно, что мы и так плохо живем. И об этом постоянно говорить я не вижу смысла. Вот, поэтому я, ну, мне не нравится политика Единой России, да? Но я об этом не говорю, не, там, не призываю там, свергнуть Единую Россию. Я там было мнениями, наоборот, даже чем больше людей заведут местных, нормальных, тем на месте хотя бы сможет что-то да, пользоваться. То есть есть игра, есть определенные правила, и используя эти правила, принимать, не нарушая эти правила, да, надо создавать какое-то, ну, ты чуть-чуть полезности. Вопрос, ты чуть-чуть вопрос не вот. И по поводу, ты говоришь, я изменил свое мнение, да? Когда пришел, когда только появилась новость, что вот Бату назначен исполняющим обязанности, я к нему как спортсмену всегда хорошо относился, общался, там, ну, всегда там здоровались, там, да, там. И тогда я вот подумал, что для него это очень такой, как сказать, момент, не знаю, очень трудный. То есть тогда я понял, что он либо станет героем, да, что крайне маловероятно, либо он потеряет свое имя, то, что он заработал за вот всю свою спортивную карьеру. Что, в принципе, и происходит. Ты имеешь в виду, потеряет свое имя на посту главы? Да, на посту главы именно. Вот, потому что, ну, я понимал, что это сложно, действительно. Но, если честно, надежда у меня какая-то теплилась. То есть, если он патриот, если даже у него нет опыта, да, как у МГИМОшников, да, наших, это Илюмжинов, Орлов, но хотя бы, если человек не ворует и любит свою родину, уже какая-то польза должна быть. Вот, на это была надежда. Вот. Но когда пошли назначения, да, там, ладно, там, назначили Зайцева, в принципе, стерпели все, да, потому что, ну, и до этого назначали всегда, как сказать, это, даже при СССР такое, как бы, негласное правило было, да, там, первое лицо калмык, второе русский, да, причем не местное. Но когда вот назначили именно Трапезникова, я причем даже не сразу узнал, я узнал после, когда 29-го был сход, да, на площади, я вот увидел это, увидел там пацанов, кого я знаю, там Алдара Ренджена. В соцсетях. Да, в соцсетях, еще там ребят. И увидел там и нашу как, оппозицию, да, которая вот давно уже там с 90-х годов. Да, стариков-разбойников, да. Естественно, когда я начал гуглить, кто такой Трапезников, меня это тоже сразу возмутило. Не потому, что про него там пишут, что он там украинский, да, там сайты, что он там бандит, еще что-то там, сепаратист. Потому что про него никто не пишет хорошего, даже его земляки. Те же ДНРовцы. ДНРовцы, я за них, как сказать, переживал, болел за них, да, за этих сепаратистов, как их называют. Случись такая ситуация здесь, в Калмыкии, я бы был бы в ряду тех же сепаратистов. То есть любой, мне кажется, кто любит свою родину, кто живет, да, он поддержит, ну, эту сторону. То есть когда со стороны на тебя идет какая-то агрессия, там, неважно от кого, ты будешь защищать свой дом. И я их поддерживал всегда. И сейчас как бы, ну, я больше им симпатизирую, чем Украине, например. Да? Вот. Но кто такой Трапезников в этом, как сказать, в этой истории? Человек, который появился после самых острых боевых действий, когда начали менять там руководство. Вот я был против него, потому что я сейчас, если честно, вижу в нем большее зло, чем в Бату. Этот человек, понятно, что он там мелкий человек, может быть, там, да, его поставили, он там выполняет только там приказы чьи-то. Но его поставили откуда-то сверху, то есть с центра. То есть он беспрекословно выполнит любой приказ, который ему скажут. Да. Так же и Батухасик. Да, ну, есть надежда, что у него что-то есть калмыцкое, понимаешь? Батухасик. Ну, я не вижу, например.
Ну, это не видно, да, но всякое может переключиться, понимаешь? Даже бывают такие примеры в истории, когда тот же Амурсанан, который с китайцами заключил договор, шел против своих, а потом осознал все и обернулся против китайцев. Но было поздно. Вот. Поэтому, чтобы у нас так не... Я к чему говорю, не то, что там он, может быть, Бату одумается, да, как говорят, одумайся, парень, там, да, старики-разбойники. Я к тому, что он в той позиции, в которой сейчас находится, скорее всего, по заблуждению, по своим каким-то ценностям в жизни, которые неправильные. А Трапезников, он в этом на 100%. Для него Калмыкия – это чужой регион, он отсюда уйдет по-любому. Без нас или там с нами он все отсюда уйдет. Он не собирался связывать свою жизнь с Калмыкией. Он даже прописан где-то там в Краснодаре, по-моему. Вот, поэтому... То есть ты все равно веришь в Бату? Нет, не верю. Я же говорю, человек, который... Бату? Ты не веришь в Бату? Не верю. Мой вопрос тебе был, то, что ты изначально... Говорил, его не трогай. Угу. Почему я говорил, его не трогаем? Потому что, если взять, это все вертикаль, да, какая-то власти, начиная там от Путина, да, там, до Трапезникова. Вот. Если мы выходим против какой-то цепочки, да, невозможно бить сразу все. То есть, как вначале, да, кричали, надо там Единую Россию там прессовать, там, Путина, Хасикова, Трапезникова. Вышли там сколько там, человек 300-500 максимум было, и уже более там, лет 20, или даже больше, да, наши вот старики-разбойники находятся в оппозиции. Я вот слушал даже интервью Валерия Антоновича, да, он сам это тоже понимает, что выхода нет, кого бы ни назначили, этот человек будет с центра. Система. Да, система. То есть бороться вот так, как накрыть своей маленькой волной целую систему у нас не получится. Как этот Давид и Голиаф, как они дрались. Маленьким камушком он его вырубил в одну точку. А как ты его выиграешь по-другому? То есть ты придерживаешься такого мнения, как Бадма Бюрчиев. Нам нужно было бить чисто Трапезников. У него не полемику не расширять. Да, я считаю, это единственный правильный вариант. Выбирать одну повестку, один вопрос. И его добиваться, то есть добиться одной победы. Вот. Если ты с дома один кирпичик выдолбишь, дом потеряет свою, как сказать, устойчивость. А если ты попытаешься там биться об стену, ты сам разобьешься. Ну, да, и фундамент тебе будет там в Москве. Да. Ну, понятно. То есть, а почему я вот открыто и теперь против политики Бату? Я просто подошел к нему на площади, вот 4 ноября. Спросил у него, почему он говорит, что все, кто вышли на площадь, на митинг, априори против него, это он сказал на радио «Маяк». Вот он мне не ответил, он несколько раз повторил одну фразу, что вы все переворачиваете. То есть, когда его... Вы врете. Вы врете, да, ну как Чимит говорит, да, это... У них одна партшкола, поэтому... То есть, никаких, как сказать... Пояснений просто, как бы вы переворачиваете. Что мы переворачиваем, не знаю. Я всегда говорил с самого начала, если я вру, да, или я заблуждаюсь, поправьте меня. Может быть, я даже поверю вам, если я заблуждаюсь. Да, объясните. Я, блин, как сказать. Я согласен. Человек разумный, то есть я могу выслушать одну точку зрения, другую точку зрения. И понять, если я ошибаюсь, я могу это признать. Но мне надо это хотя бы говорить. Но мы видим, что сколько времени прошло, адекватного ответа нету, не было ни разу. Но вначале ты верил в Бату? Опять же, я же говорю, не то, что я ему верил, как бы... Надежда тебе... Была какая-то надежда, что в нем сыграет что-то такое патриотическое, да, там... и что принесет какую-то пользу Калмыкии. Ну, опять же, мы видим, единственный его плюс, то, что он упертый, как говорят его команда. Но я это плюсом даже не считаю в политике. Это, как сказать, политик должен быть гибким, должен уметь разговаривать с другими, там, с оппонентами, находить общий язык, точки прикосновения, да. Делать так, чтобы всем было хорошо.
а не только тем, кто за него проголосовал. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далнхойр Худул. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далын Шиндже. Гаданий по бараньи лопатки», представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендифт НБ. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пут, бросание шапки под ножки начинающим ходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Как ты относишься к деятельности Дмитрия Викторовича на сегодня? Просто мы про него вообще не говорили, его, да я даже его не вижу в соцсетях. Как его деятельность? Даже я не смотрю. Я думал то, что когда объявили у нас карантин, там, ЧС, Бабарма Бюрсиев даже написал такой пост, что ну, там, один из комментариев был такой, что вот это Дмитрий Викторович будет как рыба в воде, это его стезя, он был, это, он это знает, он себя покажет. Что-то я не вижу. Способ будет. Не отличился он. А вот вообще по деятельности за этот период, как ты оценишь его деятельность? Ну, по деятельности он пытается что-то делать, да, вот как показывает, что он всегда на работе, всегда там прием граждан, еще что-то. Хотя я вот сколько раз на горячую линию пытался дозвониться, ни разу не получилось. Ему приходится что-то делать, но даже то, что он делает, как сказать, он в таком положении, когда он, можно сказать, попытались они один раз, да, там от его лица там что-то написали, сразу словил хейт в интернете, да, удалил страницу, все, потом со страницы город Элиста, по-моему, вот официально, тоже пытались новость от его лица подать, тоже. И поняли, что не надо? Да, потому что, что бы они ни писали, ни говорили, что бы там ни говорилось, что вот Виктор, как вот Дмитрий Викторович молодец, да, люди все равно понимают, что... По сути, ну, любой человек, кто трезво посмотрит на город, да, ничего особенного не произошло. Говорят, что там дороги строят, там плитку ложат. Так это всегда и было. Только и делали, что дороги строили в центре и плитку ложили. Вот. Что еще он сделал? Там свет провели, свет без него провели, освещение. Это было до него началось, там, когда он его еще здесь даже не был. Когда он еще не был гражданином России. Да, Ростелеком. Да, вот что можно ему в заслуги приписать? Я не знаю, он несколько раз попытался завести инвесторов. Первый инвестор это какой-то там азербайджанец был, да, который имеет прачечную, там еще какую-то там, ну, видно, уставной капитал 10 тысяч, там один учредитель, у меня даже больше учредителей в моей фирме. Вот. Его попытался завести. Естественно, восприняли все это в штыки, потому что люди не глупые, сразу все это в сети всплыло, вся информация. Дальше он попытался завести каких-то якобы турецких инвесторов. На деле оказалось, что это турок, на которого зарегистрирована фирма «Донбассстрой», и которую закрыла московская налоговая за какие-то там несоответствия. Исключение из героев было. Да, то есть понятно, что это за инвесторы. То есть человек пытался сначала кого-то затаскивать, инвесторов. То есть, как мы вначале предполагали, человек пришел с Донбасса,
с места, где была война, он был в руководстве, он там никому не нравился, они контролировали бизнес, отжимали бизнес, и сразу вы предположили, что начнется какая-то отмывка денег вот этих, которые были сделаны на этой войне. Да, ты изначально с самого начала, когда мы начинали собираться, когда шло движение, ты изначально говорил то, что тебе кто-то сказал, что будут идти большие деньги. Ну, это я, во-первых, сам предположил. Во-вторых, мне потом вот сказал Мутул, да, Эргеев, вот, который у нас сейчас контры, да. Мутул Эргеев это... Еще раз вот повторю, Мутул Эргеев брат Батыра Эргеева, да? Заместитель. Заместителя Трапезникова. Об этом я написал в интернете, что он там пытается мне там предъявлять, что я там оклеветал его брата. Я только сказал, что он его брат. Если ему стыдно быть братом своего брата, тогда я его оклеветал. Ну это вы с Мутулом сделаете. Да, вот и все. То есть тебе сказали, а что он как сказал? Денег же нету. Не, ну он тоже, как можно сказать, он тоже мог просто предположить. То есть вряд ли он сидел с Трапезниковым там в бане там, и обсуждали они там какие-то схемы, да, там, финансовые. Но он мне как сказал, ты знаешь, откуда он идет, типа, то есть сейчас пойдут деньги, то есть смысл газовать, то есть человек идет. Не, я к тому, что денег же нету все же. Да, денег в итоге нету, но я думаю, нету их и благодаря поднявшейся протестной, как сказать, активности. Мне кажется, не было и не предусмотрено. Может быть, и не было. Просто... Нет, они, наверное, были, но не для нас, не для Калмыкии эти деньги. И тогда я предполагал, что если деньги даже будут, то есть на Калмыкию там, может быть, там брызги попадут какие-то, и все. Поэтому никаких надежд нету на него, на Трапезникова. Там, что... и я его, в принципе, не принимаю как там главу города. Для меня он нелегитимен. Как его, Семен Николаевич, да? Атеев. Он же делал запросы там, несколько там, в вузы, где он учился, в прокуратуру. И прокуратура, когда еще он, у него была приставка ИО, подтвердила, что да, он не может быть как его, кто он сейчас у нас? Главой администрации, да. По закону, но он ИО, поэтому типа разрешено. Но теперь он не ИО, и прокуратура молчит. Семен Николаевич суд подал, будет то ли 5, то ли 3 августа. Угу. Надо сходить послушать. Ну да, интересно, конечно. И надо просить видеосъемку, чтобы хотя бы, если нет, то аудио. Не, аудио мы можем и так, но видеосъемку, наверное, не разрешат. Ну, надо спрашивать просто. Пусть откажут, ну, и все. Но это аудио это надо публиковать. На сегодня твоя деятельность. Вот как вы, вот как ты уехал в Москву, вы резко потерялись, то Санал потерялся. Я этот вопрос из Санала очередной задавал тоже. Перестали активничать. Вот, вот недавно ты вышел в пикет, я увидел. Вот недавно ты выходил в эфир по поводу, ты приходил на... площадь на Аллею Героев, перед поправками. На сегодня твоя деятельность какая вот политическая? Да. Я лично думал, что ты уже отходишь. Ну, почему я, во-первых, и не подходил, если так разобраться. Я никогда в политике не был, никаких должностей не занимал. Нет, это, депутатом я не говорю, не был, да. Я не говорю, в партиях не состоял. Я вот хочу еще сказать, что активность не моя упала. А всех активность упала. Только вот вы вдвоем, наверное, активны, потому что вот здесь передача, да? А если так разобраться, активность когда была? Когда назначили Трапезникова, когда назначили Орлова. Вот это была активность. Когда Штыгашев что-то там ляпнул, да? Ну, поводы были. Да, когда был повод. Когда нет повода, зачем мне вот что-то высасывать повод из пальца? Я не профессиональный оппозиционер. Я, в принципе, не принимаю, когда на меня кто-то из знакомых говорит оппозиционер. На меня может оппозиционер говорить только Трапезников и Бату. Вот, потому что вот, я их политику не принимаю, то есть я к ним в оппозиции. То есть тебе нужен повод, чтобы активничать? Ну, естественно, да. А так просто, я же говорю, я не профессиональный политик, чтобы постоянно этим заниматься. Есть какое-то событие, я на него могу отреагировать, сказать в своих соцсетях. Там, и даже вот видно по активности, что откликается у людей, что нет. Когда был Трапезников, Орлов, и мы выступали, была большая активность, там много подписчиков там подписывались.
Сейчас, когда говорю про поправки или там вот сейчас прессуют там предпринимательницы, да, люди реагируют меньше, потому что этот повод уже так сильно не затрагивает всех. И по сути я к тому, что не я прекратил активность, а просто людям менее интересно это стало. Если завтра что-то опять произойдет, да, опять какое-то нелепое назначение, еще какой-то нелепый указ, естественно, люди опять заинтересуются, и я опять же выскажу свое мнение, но у меня уже будут больше людей слушать, чем сейчас, например. Сейчас людям, как сказать, не так... Сейчас, да и для меня даже, больше опасность представляет эта пандемия, вот эта, коронавируса. Чем занимаетесь в период пандемии? Ну, в период пандемии я сейчас там готовлю проект, один связанный с маркетингом, больше с SMM-маркетингом. Почему я вот так в это сейчас переключился? Не то, что переключился, да, что в апреле, в мае должны были приехать туристы к нам, три группы, одна международная группа, но все закрыли границы, ну, все отменили. Просто я сейчас, у меня такие, как сказать, надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Если осенью тоже не откроют ничего, то мы будем загибаться, туризм будет загибаться полностью. Вот надо поэтому... Такой вопрос не могу не задать. Иногда были разногласия довольно такие серьезные, mm-hmm. да, вот со стариками-разбойниками. Но этот вопрос я тоже задавался, она mm-hmm. очень... Прокомментируй, пожалуйста, этот момент. С твоей стороны mm-hmm. тоже были разногласия, ну, были конфликты. Да, вот, например, у меня лично были разногласия, ну, даже не разногласия, а конфликт, наверное, вот с Валерием Антоновичем. Но мы с ним вот встретились, поговорили, услышали друг друга, поняли, да, я его понимаю, даже вот, в принципе, я его понял даже до того, как мы встретились, потому что я понимаю, человек, можно сказать, всю жизнь борется, да, и он со всех сторон ждет удар, и как бы, ну, и соответственно у него реакция такая получилась, может быть, неадекватная. Но человек тоже, как сказать, взрослый, думающий, и он сам понимает, что, ну, почему так произошло, он в силу сложившихся там обстоятельств, да, он там неправильно понял, да, мою позицию. А так, и он, кстати, подтверждает это, да, что, ну, не бывает у людей одинаковых мыслей, да, там, у всех свое видение, да. Я, например, не совсем согласен в их позиции, да. И я их не пытаюсь переубедить, я просто говорю о своей позиции. Они делают по-своему. Вот изначально, да, как мы, я говорил, что надо давить на одну повестку, вот, они хотели ее расширить, да. И вначале они как бы с нами согласились, что действительно в этом есть какое-то разумное зерно, да, Бадмау, там, Бюрчиев доносил, говорил им, да, и в принципе вроде соглашались. Но на митинге, когда вроде договоренность, кто-то выходит и начинает призывать там свергнуть там Единую Россию, свергнуть Путина, там, свергнуть Хасикова, тогда еще даже мы против Хасикова, да, особо не говорили. И все, повестка размылась, получается, мы уже идем не в одном ключе. Вот у меня был эфир, когда я говорил про раскол в оппозиции. Ну, на самом деле, я, можно сказать, оформил это все правильно. То есть раскол был, когда мы одной массой, вот таким народным ополчением шли, и каждый свое кричал. То есть не согласовано. Вот, это было, я считаю, оттолкнуло многих людей, которые ходили на митинги. Потому что, ну, первые два митинга туда пришли много людей, в том числе бюджетников, там, госслужащих, я их сам видел, да. И многие поддерживали, но когда они начали слышать речи там «Долой Единую Россию», там Путина, там Хасикова, они просто по контракту не имеют права кричать против. Ну, я согласен, когда начали отделяться от России, mm-hmm. да, не та аудитория. Ты недавно стоял в пикете, Рустам Баджаев подходил, mm-hmm. да? Ну, по поддержку Светланы, ну, Рустам, понятно. Поддержку своей супруги и Баиры Цыгаменко. Я знаю, вы с ней друзья. Баиры со Светой тоже сюда приходили. Вот твой комментарий. Да, ну, не то, что мы прям друзья, да, с Баирой Цыгаменко. Я ее знаю, можно сказать, через Светлану, потому что Светлана
жена моего друга Рустама Баджаева, да, вот, ИКЦ-помощник помогали мне, они помогали мне писать документацию для получения гранта в 2018 году, когда я только начал заниматься турами, да. И я, тогда я узнал, что они вот помогают фермерам вести бухгалтерию, да, получать какие-то гранты, да. И я видел, как эти фермера реагируют. Они реально были довольны. То есть потому что не помогают. Да, когда с них там просят откаты и еще что-то там с министерства, и ИКЦ-помощник им помогает грамотно юридически добиться того, что им положено. Это гранты не республики, не государства, это гранты именно этих фермеров, это деньги, которые принадлежат им. Ну, которые имеют право. Да, они имеют право на эти деньги, право на получение этих денег. Они просто не то, что имеют это. По сути, это их деньги, просто они должны дойти до них. И у нас громкая история была, когда закрыли Лансанова, да, посадили, когда это было в Министерстве сельского хозяйства. Нормальная практика, откаты, да, за эти гранты. Вот. Сейчас обвиняют, да, Баиру Цыгаменко и Светлану Баджаеву, как сказать, в том, что они хотели незаконно получить, да, субсидии. На... И что получили. И... Да, что получили и не сделали, да, типа. Да. Ну, возможно, там претензии к тому, что они там что-то не все сделали, да, там какой-то процент. Я уверен, что они сделали большой объем, потому что там все село им помогало, Бергин. Ты в курсе этой истории, да? Да, меня тоже звали, они искали людей часто, там, они платят за это, да. Я согласился даже как-то, но что-то там места не хватило, меня не взяли, да. Давай самый главный вопрос. Не боишься ли ты попасть в такую ситуацию, что ты не из-за того ты стоял в пикете, что, например, завтра действительно выяснится так, что... Во-первых, не боюсь. Во-первых, потому что я не идеализирую. Если там старые мои записи посмотреть, да, я писал, что мы живем в России, в коррумпированной стране. Мы на одном из самых высоких мест. И если даже там что-то был какой-то момент, да, коррупции связанный, да, в этом, как сказать, в этой цепочке. Не коррупция, мошенничество. Мошенничество, да, то... Он, как сказать, значит, это, видимо, такое правило у нас заведено в Министерстве там, сельского хозяйства или еще где-то, да? Но, как сказать, я знаю, что подвести могут под любого. Конечно. Да, то есть там могут там налоги им посчитать, еще что-то. То есть если захотят, напишут что угодно им, что мошенничество. Но вот взять Баиру Цыгаменко, взять там... Алексея Маратовича Орлова. Кто из них больше мошенник? Только что хотел это сказать. Вот. Поэтому, если уж так за правду рубятся, да, наши там, не знаю, кто там, правоохранители, да, кто это инициировал, так рубитесь по-настоящему. Вот ты проводил эфир «Раскол в оппозиции». Я думаю, такой лозунг, да, вот, в администрации главы был встречен с удовольствием, да. Очень многие, очень многие люди, да, наши сторонники, которые наши сторонники, ну, в основном это люди соцсети, да, даже комментаторы такие были у тебя, опять приписали тебя к администрации, сказали, что Кюрган специально это делает, он всех там раскалывает между собой, стравливает. Хотел бы послушать подробно. Я знаю версию, хотел бы услышать. Ну, чтобы наши подписчики... Да, я почему назвал это расколом, да, потому что об этом перед этим говорили, там были уже какие-то конфликты. Там, ты специально это сделал? В соцсети. Я специально это сделал, чтобы привлечь как раз ту сторону, которая ждала, ждет этого раскола, да. Но на самом деле я обозначил просто, что против политики Батухасикова сейчас не только оппозиция, а много разных направлений людей, которые с разными мнениями. И сделал это для того, чтобы расширить аудиторию. То есть, когда мы одним фронтом, да, мы все оппозиции, нас под одну гребенку метут. Вот как, это тоже пример с поправками. Если одна поправка плохая, как за нее голосовать?
То же самое, если один оппозиционер, которого ты не поддерживаешь, как ты будешь за всех? Для этого и обозначил, что мы, допустим, движение наше, имеет одно направление. Там, я как разделил, да, это наш город, старики-разбойники, да, старая оппозиция, намсыровцы, да, куда я тебя, да, приписал. И московские, да, либералы. Вот, ну, по сути, самые активные группы были, да. Я их всех поддерживаю в определенных моментах, да. С некоторыми моментами не согласен, но это не значит, что я там против них. Но у нас у всех какое-то разное видение, да, в развитии Калмыкии, может быть, еще в чем-то. Но мы все сходимся в одном. Нам не нравится назначение трапезников, нам не нравится политика Батухасикова. Вот. И простые люди, получается, да, кто никому себя не относит, но слушает. И нас слушает, и там Калмыкии слушает, да, всех слушает. Они уже могут сделать какой-то вывод для себя более такой взвешенный, объективный. Допустим, человек там, ну, не хочет он идти против Батухасикова, да? Потому что, ну, продолжает верить, что там что-то получится, да? Но ему не нравится назначение Трапезникова. Он его не принимает. Вот, он может придерживаться такой позиции. То есть он пойдет на площадь, потому что знает, что есть такие люди, которые думают, как он. Но он не пойдет на площадь, если все там на площади призывают свергнуть Путина, например. Понятно? Нет. Понятно. Понятно, почему ты это сделал. Вот еще один вопрос не могу не задать. Угу. После этого эфира действительно там произошли определенные, ну, конфликты, да? Угу. Я знаю, у тебя даже были конфликты внутри движения, так сказать, движения. Как ты это прокомментируешь? Вообще, как на твой взгляд это, ну, отразилось на движении вообще? Возможно, оно вначале, как бывает, да, там какой-то всплеск был, да, там какой-то. Но даже кто на самом деле смотрел эфир полностью, они сказали, а где, какой, что за раскол, какой раскол? Потому что, по сути, я только рассказал, что у нас есть несколько, как сказать, ячейки. Групп, да. Есть кавалерия, пехота, там, мотострелковая, да. Вот, по сути, я об этом сказал. И это радикального крыла нет. Да, некоторые писали сразу, прочитав заголовок, вот, ты внес раскол, но они не слушали эфир. И, по сути, я таких людей не слушаю. Они обычно не под своими именами, без аватарок. Я стараюсь таких сразу блокировать, неважно, они там за Бату или против Бату. Я их всех блокирую. Вот поэтому на меня наезды и бывают там в этом, как в Фейсбуке, да, еще где-то. То есть, ну, если хочешь что-то говорить, говори открыто. Я так считаю. Я от своего имени. Да, я от своего имени. Как ты вот в движении не было лидеров. Угу. В движении не было лидеров, были разные группы. Сейчас активности нету. Люди. Ну, ребята, каждый по-своему, там, Ваня Чучеев, да, начал активно, uh-huh. там, Бадмай иногда там пишет, ты недавно на пикет выходил, uh-huh. ну, мы там постоянно, вот, не кажется ли тебе, что нужен был определенный лидер, чтобы координировал действия, скажем, действия, uh-huh. которые были согласны, ну, имеется не такой лидер, там, не супер харизматичный, сказал, сделал, да, там, обсуждение, переходим к выводу, начинается. Вот, должно ли было быть так или нет? Ну, в принципе, наверное, если бы по этому пути пошли, выбрав лидера, толк в этом был бы. Но я не заметил, что кто-то проявил инициативу и захотел стать лидером. Надеялись люди, что там Намсыр Манджиев, да, там, будет лидером. Да? Но мне показалось, что он сам как-то не захотел в это влезать. Со стороны, можно сказать, больше наблюдал, да? Хотя его обвиняли, что он там кого-то заряжает на эти дела все. Меня. Тебя заряжает, да. Кого-то, меня. Вот. Поэтому я не увидел. Если бы он сам заявил, я двигаюсь, я, наверное, его поддержал бы. Вот. Ну как, мы же говорили, что мы все разные, мы как гидра, одно отрубишь, да. Другие будут. Тогда здесь не было речи о лидере. Но если бы был лидер, это, вот опять же, тот же пример, да, с Батухасиковым. Нам говорят, ну мы же его выбрали, все, большинство проголосовало, значит, надо его слушаться беспрекословно. Мы не в армии, да, мы не этот.
Мы его выбрали, его наняли на работу, его избрали люди, если официально, да? И он должен, как сказать, считаться с мнением людей, хоть даже одного человека, как он сам говорил, он должен считаться с мнением. И то же самое, если будет лидер оппозиции, это не значит, что мы к нему, как сказать, записались в армию и будем там... Нет. То есть у меня, мое мнение останется, если я буду видеть, что там лидер что-то делает там... Достойный должен быть, что-то. Да. Ну, любой, даже если он недостойный, но что-то делает, да? Я его поддержу в том, что полезно, как я считаю, для Калмыкии. Вот. И не поддержу в том, что приносит вред, как я считаю, по моему мнению. Опять же, я говорю, я могу заблуждаться в чем-то. Мне всего 38 лет, да? Поэтому каких-то вещей я, возможно, не понимаю, да, которые понимают старики-разбойники, да? Какие-то вещи, наоборот, я, может быть, в силу своей молодости понимаю лучше, чем они, да? Поэтому все мнения нужны, и нужны диалоги, как между представителями, да, вот, оппозиции, да, также, так и, как и с представителями власти. Это все должно быть. Я вообще, как сказать, с самого начала тоже, может, помнишь, проводил параллель с событиями столетней давности. То есть, когда калмыки разделились на красных и белых, в итоге проиграли и красные, и белые. Белых расстреляли на берегу Черного моря, там остатки ушли в Европу, в Америку. Красных выслали в Сибирь в 43-м. И мы, по сути, когда празднуем День Победы, мне немного, как сказать, не по себе, я людей не поздравляю с этим праздником, потому что по факту мы как потерпевшая сторона выходим, как проигравшая. После войны у нас уменьшилась территория. В 45-м году, 8-9 мая, мы, весь народ был в ссылке, то есть находился в ссылке, да? То есть, и мы, когда празднуем победу, это неправильно. Я считаю, надо праздновать окончание войны. Война закончилась, этот день празднуют и в Германии должны праздновать, и везде. Это хорошо, тогда все вздохнули, да? Даже наши, те, кто находились в Сибири, какая-то надежда появилась, что все это закончится. И это закончилось, но, конечно, не так скоро, вот. Но, по крайней мере, закончилось. А праздновать День Победы, я считаю, это, как сказать, ну, лично я его не праздную, этот день. Понятно. Это траур. Ты, по-моему, 1-2 раза заходил на прием к депутату. Да, ходил. Как впечатление твое? Я ходил... Я считаю, что это очень хорошая практика, что их держать в тонусе, показывать их, разговаривать с ними. Люди хотя бы их видят. Депутаты начинают чуть волноваться. Чтобы не волноваться, им нужно что-то, ну, что-то говорить, а чтобы что-то говорить, им нужно что-то делать. То есть это было очень хорошее правило. Я да, считаю, это классно. Вот, твой комментарий по этому поводу, ты ходил же ведь. Ты сам тоже ходил. Да, была классная идея это. Изначально я вот ходил к Сухинину и кому еще ходил? А, к Пюрбееву, депутату. Пюрбеев, да? Олега. Да. И опять же, у меня позиция. По-моему, идея прямого эфира была твоя. Вот с Сухинина мы и начали. Не-не, начали не с меня, не-не. Первые были... Были в записи. А, мы в прямой эфир делали. Первые были в записи, а ты вышел в прямой эфир, и это было... Потому что у меня только одно оружие, телефон, это было круто, что мы начали прям прямых эфирах проводить встречи. Опять же, у меня вот такая позиция была. Я считал, что большинство людей в недоумении от назначения Трапезникова. Так и было на самом деле. В том числе и среди представителей власти, среди представителей Единой России. И когда я шел к депутатам, я от них хотел сделать их союзниками. То есть не открыто, они, конечно, не могут открыто сказать, что я вот против назначения, но если помнишь, когда я с Сухининым разговаривал, я сначала ему задавал наводящие вопросы, одобряет ли он, когда на работу принимает человека без опыта, без стажа, еще, и потом подводил к Трапезникову. И, по сути, он много сказал, да, что он... Он не видит никаких кланов. Выплывал. Да, но он подтвердил, что никаких кланов нет, о которых там Батухасиков говорит, да, что принимать на работу человека без опыта – это неправильно. По сути, он подтвердил, просто он прямо не сказал. Я хотел, чтобы каждый депутат это сказал. Любой адекватный депутат, любой адекватный человек
это бы сказал. Мне вот твоя позиция не понравилась, да, когда ты, наоборот, хотел их, как сказать, сразу выдавить из них, да, чтобы загнать их в угол, да? У меня такой характер. Ну да, и я, как сказать, увидел, что наоборот, я подумал, сейчас они начнут тебя избегать, что и получилось. Некоторые же тебя вообще избегали, да, старались там не прийти на этот до сих пор прием, да. А так, по сути, если бы они увидели вот так, как я представлял, они бы поняли, что они могут говорить не во вред себе, да, но и, можно сказать, так, как нравится людям. Депутатам что надо? Им надо нравиться людям. А нам нужна поддержка, масса. Я, как сказать, изначально я представлял так, что мы просто должны расширять аудиторию, чтобы все больше и больше людей... Да, мы должны консолидировать общество, влиять, ну, научить общество консолидироваться. Да, да. Вот вопрос, я думаю, будет интересным. По моим наблюдениям, когда мы ходили ко всем депутатам, я просмотрел все эфиры, да, даже депутаты Народного Хурала нам говорили так. 8 сентября мы сделали свой выбор. Мы выбрали главу Бату Сергеевича Хасика. Угу. И его назначение, правильно, ну, Дмитрия Викторовича в качестве исполняющего обязанности главы Элисты, правильно. Угу. С точки зрения, то есть выходит Бату лидер, депутаты все его нукеры, да? То есть помощники, mm-hmm. все на него смотрят. Ну, команда Бату, ВГС, это точно все его нукеры. Тогда выходит так, человек с команды Бату, тот же Чимир, по моему мнению, он должен защищать его и говорить, Дмитрий Викторович хороший, ну, находить определенные... Да, доказательства, обстоятельства, обосновывающие назначение Дмитрия Викторовича. Но они все прятались за Бату Хасиков. Не кажется ли тебе, что это предательство определенное? В таком случае. То есть предательство они снимают кого? Ответственность. Ну, Хасикова. То есть они снимают ответственность. То есть нормальный человек в команде, по моему мнению, должен защищать Бату угу. в такой ситуации. Впрягаться, да. Вот, как говорить... Ничего подобного. Правильно. А они говорят, мы сделали 8 сентября свой выбор, вот он назначил, я считаю, что правильно. Ну, потому что я же говорю, что любой человек здравомыслящий в недоумении был. Они и сами говорили, мы его первый раз увидели, когда он там пришел на это, да, так, до этого нет, видели. Это свидетельство о том, дяденька ходит какой-то. Сарен, это свидетельство о том, что команда Бату, да, вот сейчас ЭГС, это команда Бату. Они сейчас даже в районах там. В сельских муниципальных образованиях выборы будут 13 uh-huh. сентября. Они даже уже формируют команды Бату. То есть выходит, что команда Бату, ВГС, да, в данном случае, она не команда, они прячутся за Бату. Ну, они... Там нет лидеров, я как посмотрел, да, которые нет, могут что-то сказать. Лидер у них Хасиков. Да, у них один лидер. Они должны защищать. Так это же политика вообще общероссийская, да, такая, что вот есть один лидер. Все. Остальные должны говорить понятно. Так, чтобы ему нравилось. Путина, и все. Путина, его мукеры, так скажем, защищают. Да. Говорят, Владимир Владимирович, молодец, мы сделали то, мы сделали. Здесь говорят, 8 сентября мы сделали выбор, он выбрал, ну, о чем мы скажем, понимаешь? Угу. Никто его не защитил. То есть, я долго думал, и выходит так, что команда-то не очень. Ну, я думаю, на самом деле это было... Опять же, решение Бату Хасикова, потому что он даже и на встрече с нами, да, с активистами, и в видеообращениях не раз подчеркивал, что это лично мое решение, моя ответственность. То есть он брал огонь на себя, как бы он считал, что его авторитет передавит это все. Для депутатов он, наверное, передавил своим авторитетом, но для людей простых, он, наоборот, он потерял, получается, свои позиции. Очень много людей открыли глаза даже, которые за него голосовали. Как сказать, ну, не переоценил свои силы, получается, когда он брал ответственность. Думал, на себя. Думал, что его любят. Да, он. И, по сути, даже, как сказать, даже он не мог ничего сказать за Дмитрия Викторовича. Даже на нашей закрытой встрече он просто говорил общие фразы. Ну, такие довольно, он говорил, что Дмитрий Викторович герой, он там суперспециалист, но дайте год. И это, для меня это звучало так, знаешь, как, когда вот
человека в угол загнали, да, и ему говорят, он говорит, ну дайте я там позвоню, да, или шанс дайте шанс. Типа неделю там, типа дайте мне там время, да, просто как бы выиграть время, да. И все. Он это говорил, чтобы выиграть время, а не для того, чтобы вот так, допустим, ты не был, да, на встрече. Он говорил, типа, дайте год, и все. Если бы он сказал, дайте год, и вы увидите, что у нас вырастет здесь, там, поднимемся в этом, мы бы тогда уже взяли бы себе отметки и тогда смотрели, получилось то, что он сказал, или нет. Он просто сказал, дайте год. Чемир просил, говорил, дайте полгода, три месяца, да, которые уже прошли, но все. Ну, они просто просили, они хотели выиграть время. Единственное, вот, что, как сказать, они сами подтверждают, получается. В силу последних слухов, да, из Белого дома о том, что они там дерутся между собой. Угу. Я бы хотел, чтобы ты рассказал случай с Лотом, угу, на встрече с Хасиком. Угу. Почему я прошу Царена? Потому что тебя, потому что я созвонился вчера с Лотом Александром. Mm. Ну, Саша не захотел об этом говорить. Хотел, чтобы я об этом говорил. Нет, я просто. Нет, если ты хочешь сказать, если ты можешь это рассказать, я хотел. Могу, что я там был. Как все произошло? Потому что об этом мне никто в эфире не говорил. Ну, именно у нас передача. Mm. И я у Саши забыл спросить. Я сейчас вспомню, когда вот. С учетом этих слухов я вспомнил и думал, позвоню Саше, мы сядем, минут 15 сделаем передачу. Саша не захотел. Про случай бутылки давайте. Uh-huh. С бутылки. Ну, этот случай такой, больше такой визуальный и интересный, да, чем информативный. Да? Он, как сказать, выступал, дали слово Александру. Во-первых, мы все сидели вот по кругу, сколько у нас человек был. Говорили свое мнение, кто-то там с места говорил, там выкрикивали, там, ну не то что выкрикивали, перебивали друг друга иногда, да, ну старались соблюдать какое-то, да, но единственный человек, который молчал, это был Александр Лот. Он так ручку свою поднял, да, и ждал, пока ему слово дадут, и все, он молчал всегда. Все остальные говорили, там между собой мы даже спорили, там, да, в чем-то, да, накидывали разные предложения, там, хотя говорят, что мы ничего не предложили, да, на встрече много предложений было. И когда дошло слово до Александра, ему дали слово, он встал и начал говорить. То есть мы, можно сказать, почти, по-моему, все сидели, когда говорили, да? Он встал, в руках держал бутылку и мял, да? И говорил. Ну, я это сразу как расценил, человек волнуется, да? Он, ну, не так, видимо, часто говорит, да, на публике, тем более, да, в такой обстановке, да? И спокойно, тихим голосом что-то там свое мнение говорил, даже уже не помню, о чем он говорил. И все спокойно слушали, все были на расслабоне, потому что он, у него такой, как сказать, монотонно он говорит, да, так как бы спокойно, да. Никакой опасности никто не чувствовал, даже охрана Батухасикова, иначе бы они подошли бы, да, и как бы среагировали. Единственный, кто стал, это Батухасиков. Ну, я думал, он просто засиделся, он встал, что-то там размялся и там быстрым шагом подошел к Александру Лоту, буквально вплотную, вот на таком расстоянии, наверное, да? То есть на таком расстоянии, на котором некомфортно разговаривать, и нормальные люди на таком расстоянии не разговаривают. Лично то есть, да, то есть подошел вот на такое расстояние и спрашивает, для чего у тебя эта бутылка в руках? Вот. Я видел реакцию всех людей, которые сидели. Все были в недоумении и начали смеяться просто. Кто рядом сидел, там Мадьян Убышаев сидел. Это реально очень было смешно. Смеялись люди там? Ну, не прям там хохот был, да, но улыбаться все начали, потому что это реально было... Выглядело нелепо, конечно, это все, потому что, ну... Я потом для себя пытался как-то оправдать, да, опять же, Бату, да, не потому что я его, как можно сказать, поддерживаю, а просто как человека, да. Получилось это? Ну, как я думал, человек, да, стал главой, да, он не дотягивает до этого ланга, ему тяжело, я думаю, он в некомфортной ситуации, его вынудили на эту встречу, он не хотел встречаться, его уговорили, Чингиз Бериков, ну, чтобы он с нами встретился на рану к Кикеем, да,
И он был в некомфортной ситуации. И, наверное, он, не знаю, как-то растерялся. Не знаю, единственный выход, который он нашел, да, вот как-то вот этот психологический прием применить из спорта, да, подавление взглядом, наверное, да, вот в таком расстоянии. И это было сделано, наверное, от чувства дискомфорта какого-то. Ему было некомфортно. Он сам себе, наверное, докрутил, что какая-то, возможно, эта вода, бутылка сейчас полетит в него, там, может быть, там кислота, еще что-нибудь. Но, то есть, получается, он боялся, да, в этот момент. Он просто испугался, что сейчас что-то произойдет. Если так смотреть, ну, если ты боишься, да, людей, вот, которые там, для которых ты глава, да, калмыки, то это о чем-то говорит. Если у тебя за душой все чисто, ты в себе уверен, ты не будешь бояться, да, этого. Даже если бы он налил на него в воду еще что-то, это было бы ему в плюс только. Его осудили бы Александра Лота, общественное, ну, мнение. Лот не испугался в этом? Не, он как стоял. Ну, конечно, он тоже растерялся, не понял, в чем дело. Я представляю, да. Лот спокойно, да, же. Сами. Ну, он потом, он как бы где-то, видно, секунду он осознал, что произошло, понял, что чего испугался Батухасиков, положил бутылку, чтобы его не пугать, да, и продолжил говорить. А и они все так стояли, что ли? Не, он потом отошел, все, сел опять и продолжил говорить. А Саня убрал бутылку и продолжил говорить. Да. Понятно. Ну, и в принципе, я даже, если честно, когда это все закончилось, я эфир же проводил, говорил, я про этот случай даже забыл. То есть, ну, это было всего лишь, там, не знаю, там, несколько секунд, да, каких-то. Мы там много чего обсуждали, более интересного, чем, да, вот этот стердаун. Вот, поэтому, когда об этом случае начали говорить, там, Адьян сказал, еще кто-то сказал, тогда уже, ну, я подтвердил. Я думаю, еще Саша согласится и отдельно расскажешь, мы сделаем отдельный небольшой интервью. Да, мне кажется, ну, не такой уж прям повод, чтобы о нем много. Просто Саша... Мне, или он по-другому это рассказывал? Саша рассказывает это по-другому, да? Это очень интересно. Он рассказывает это с самого начала, комментируя свои чувства при этом. А, ну, конечно. Я думаю, он согласится, время выберет, придет. Сань, заключительный вопрос тебе. Ты занимаешься контором, ты занимаешься лошадьми. Я считаю, что это очень хорошее, благое дело наше, да, айратское, калмыцкое. Почему ты этим занимаешься? Почему решил, ты делаешь конные походы, да? У тебя в прошлом году был один из больших конных походов. Почему ты этим решил заниматься? Для чего? Как ты себя в этом чувствуешь? Как ты к этому пришел? Ну, начал этим заниматься, к этому начал приходить вот еще в 2010 году, когда мы вот группой тоже энтузиастов решили ехать на Багдо. Кто-то написал: пойдемте на конях. И все подхватили: пойдемте на конях. Для меня тогда это казалось что-то нереальное. Ну, раз все идут, я же не скажу, я не пойду, да? И начали мы готовиться к этому походу. Вот, в рамках организации вот Тенгрин Уйду. Можно сказать, тогда и многие вступили в нее, да, чтобы пойти на Багдо. Басан Захаров, да? Да, Басан Захаров руководитель, там учредители были я, Элистина Брюшева и, по-моему, еще кто-то. Вот. И в этом походе, по сути, я, наверное, и научился ездить верхом. Мне было сколько там, 28 лет, по-моему, или 26. В этом походе я, можно сказать, полюбил степь только тогда, потому что до этого... Проникся, да, потому что до этого я, ну, я, можно сказать, всю жизнь в городе прожил, и степь больше видел так, когда едешь там по трассе, да, там на точку какую-нибудь приедешь, там мне там тоскливо было, да, если меня оставить. Город хотелось. Да, все хотелось до движухи. И мне казалось, степь это скучно, мне всегда хотелось там в горы попасть, там в лес, мне хотелось в настоящий дикий лес попасть, там даже заблудиться, да. А когда я прошел по степи несколько дней, там, это каждое утро, каждый рассвет, я увидел, какая степь, оказывается, яркая. Это было лето, это был июнь-июль, с июня на июль, да? Вроде бы самая такая тусклая степь, как кажется, да, со стороны. Но она
на самом деле очень красивая. И в определенное время дня она разная. И с коня ты смотришь на нее совсем по-другому. Ты выше, ты, у тебя горизонт больше получается. И еще степь кажется еще больше. Тогда я в это дело, как сказать, влюбился, можно сказать, да? В саму степь, да? И когда уже возвращались с Бакто, я думал о том, что надо организовать конные прогулки. Вот в пути мы познакомились. Да, с Леонидом Очергаряевым познакомились. Мы к нему на точку зашли, он нас там встретил. Видео знаменитое. Знаменитое видео, я его записывал. Ты записывал? Да. Где он пел вот, «Мчится конь подо мной», да? Это, ну, прям хит, это можно сказать, да? Ну, это очень крутое видео, да. Просмотров много, да. И вот уже когда этот тур закончился, я подошел к Леониду Очергаряеву, встретился, предложил ему, говорю, давайте займемся конными прогулками в городе. Он сказал, ну, если привезешь моих лошадей, тогда будем делать. Вот. Я нашел КамАЗ, поехали к нему на точку, загрузили трех коней, привезли и начали потихонечку готовиться. То есть я и сам начал готовиться, я только тогда вот, он меня, можно сказать, обучал всему, да, там, как ухаживать за лошадьми, как все это, да. И мы делали прокат на лошадях. Это была зима с 10 на 11 год, по-моему. Вот, ходили по городу, в центре сделали карету, я на карете там по центру катал людей. Но потом я ушел заниматься другим бизнесом, да, Леонид продолжил. Он до сих пор занимается, да, вот в том же месте в своем. Да, ну у него верблюды, там ослики есть, по-моему, и кони у него есть. Не, ну сейчас выходит, сейчас эта индустрия конного туризма, она очень хорошо развита у нас. Да, а просто все это возобновилось в 2017 году, когда на меня там группа туристов вышли и сказали, мы хотим 10-дневный тур по Калмыкии, хотим достичь там берегов Каспийского моря. Я им не стал говорить, что там берега не видно, да, да, но... То есть они хотели пройти 300 километров. И они сказали, что это, во-первых, дети с Москвы. Мы, говорит, были везде, по всей России, в конных турах. Но давно мечтаем побывать в Калмыкии. Есть ли у вас такой конный туризм? И на самом деле мне писали и до этого каждый год. То есть потому что была. Видели фотографии, да, ВКонтакте, да, и писали. Но я всем говорил, что у нас такого нет. А в этот раз она так написала, что мне стало неудобно ей говорить, что у нас такого нет. Стыдно даже. Да, реально стыдно стало. Я написал, да, у нас есть такое, говорю, но мне надо там согласовать, я, ну, типа, уточню и вам отвечу. И так, предварительно поузнавал, как все, прикинул сроки, там, прикинул, сколько это может стоить. Продешевил я сильно, кстати, я в минус ушел тогда. Вот, но договорился с ними, сказал, назвал им цену, так-так, все. Они назвали сроки, я говорю, ну все, давайте предоплату делаем. И поехал в Калмыкию собирать лошадей. Провели мероприятие. Провели мероприятие, да. Такие классические виды фитнеса, как тренажерный зал, бег и плавание, многим кажутся скучными. Кто-то ходит в зал, но все равно постоянно находится в поиске активного развлечения на свободные дни. Верховую езду нельзя назвать фитнесом в классическом понимании этого слова. Верховая езда – это серьезная физическая нагрузка для всего тела. Приведем несколько причин, почему вам нужны уроки верховой езды в кочевнике 08. Первое. Осанка. Для того, чтобы поддерживать идеальную осанку, работают мышцы спины, а также живота и бедер. Мышцы бедер включаются в статодинамический режим, когда часть напряжена и неподвижна, а часть сокращается и напрягается. Работа мускулатуры на животе и спине будет статической, им необходимо удерживать позвоночник прямо от шеи до копчика. Навык сохранения правильной осанки приходит естественным образом. Если посмотреть на профессионального наездника, когда он находится не в седле, то сразу же бросится в глаза статность, втянутый живот, расправленные плечи, приподнятый подбородок. Особенно ощутимая польза верховой езды проявится для детей. Их осанка только формируется, они сохранят навык на всю жизнь. Второе. Укрепление мускулатуры. Часто в качестве идеальной тренировки мускулатуры без нагрузки на суставы приводится плавание. Многие не знают, что к конному спорту это тоже относится. На занятиях происходит эффективное укрепление кора, которого нельзя достичь стандартными динамическими упражнениями.
Нагрузки достанутся брюшному прессу, ягодицам, квадрицепсам, икрам, а также приводящим мышцам бедер, которые находятся на внутренней поверхности и являются проблемной зоной для многих девушек. Третье. Избавление от стресса. Даже после непродолжительного катания верхом люди ощущают себя иначе. У них больше нет тревожности, мысли спокойно текут своим чередом, присутствует приятная расслабленность. Причина в том, что они избавились от накопленного стресса. Лошадей называют умными животными, потому что они умеют испытывать эмоции и выражать их. У них, как и у людей, есть разные темпераменты и переменчивое настроение. Опыт взаимодействия с животным больше и сильнее себя самого будет полезным для человека. Воздействие обусловлено и тактильным контактом. Ты постоянно ощущаешь тепло живого существа, чувствуешь ритм, который отбивает сердце огромного животного. За счет всего этого происходит выравнивание эмоционального фона. Спокойствие переносится в обычную жизнь, все бытовые стрессы становятся менее значимыми. Четвертое. Повышение концентрации внимания. Ценный навык, который всегда пригодится, приходит вместе со скоростью реакции. Находясь в седле, нужно постоянно поддерживать равновесие, замечать все объекты вокруг и быстро реагировать на внешние обстоятельства. Всадник задействует свое тело, чтобы передать лошади команду к действию. Все команды невербальны. Направить уздечку вправо или влево, отклониться вперед или назад, приподняться на стременах. Для того, чтобы дать такую команду, нужно владеть своим телом, чтобы дать ее вовремя, обладать быстрой реакцией и высокой концентрацией внимания. Все это и еще немного больше вы можете получить, записавшись на уроки верховой езды в кочевник. Ну и, Саян, спасибо, что пришел. В заключение традиционно, что ты пожелаешь нашим подписчикам? Именно вашим, да, подписчикам пожелаю. Ну, всем, кто нас смотрит. Всем, да, кто смотрит, что... Думать надо всегда, да, своей головой. Я думаю, каждый человек считает, что он своей головой думает. Слушать надо всех, разные позиции, потому что объективных, наверное, мало, потому что каждый думает субъективно. Кто-то слишком за топит, да, там кто-то слишком против. Но если все взвешивать, тогда видно, кто говорит правду, кто говорит неправду. Просто до чего-то можно дойти логически, до каких-то там выводов. Просто не надо, вот, как сказать, воспринимать, как бывает преподносят, да, нам, что вот если человек вышел на митинг, значит он какой-то там, как сказать, радикал, еще что-то, да, там, да, это как говорил Трапезников, да, или даже как тот же Тарбаев говорил, что нам не нужны митинги, кого он имел в виду, я не знаю, им не нужны, лично ему, наверное, не нужны, может, еще кому-то, но гражданам России, да, они нужны, потому что тот, кто составлял Конституцию, кто составлял федеральные законы, они написали эти законы, чтобы люди собирались на митинги, чтобы ходили в пикеты, чтобы могли выразить свое мнение как-то. Это то право, которое нам дали те, кто законотворцы, да, законотворцы. И им надо пользоваться этим правом, а не говорить, что это неправильно. То есть, священным. Да, не надо... как сказать, интерпретировать Конституцию по-своему, как это делают представители власти некоторые. И люди должны делать выводы из сопутствующих каких-то моментов, как, например, 27 октября, когда администрация стала разбирать сцену. Если такими методами препятствуют, значит, они уже изначально неправы, априори неправы, как говорил Бату, да? И тут уже дальше разбираться особо не надо. Они пытались как нечистоплотными методами это все прекратить. Суд уже признал, что этот митинг был санкционирован. Поэтому выводы надо делать, как сказать, послушав всех и поразмышляв своей головой. Спасибо, вот что пришел. Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, делайте выводы, а мы будем делать для вас эту передачу, показывать, чтобы формировать общественное мнение. Подписывайтесь, ну как традиционно, подписывайтесь на нас, пишите комментарии, ставьте лайки, мы на них отвечаем. Спасибо. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на Царена.